Книга «Открытым оком», том 7. Вопрос 1916. Взаимоотношения. Есть слово такое «принципиальность». Что за значение его в духовном плане? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Быть стойким в основных своих убеждениях, когда они правильные, и отстаивать их идейно и на деле, всегда считалось достойным уважения. Но тут может быть и твердокаменное упорство. Не заваливаться бы на эту сторону дубовую, хотя это слово не библейское, но смысл его встречается в Слове Божьем. 1 Петра 2:19. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». 2 Тимофею 2:3. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Стефан Новый, память, 28 ноября. Каждую субботу и воскресенье она приносила в темницу немного хлеба и воды, и тайно подавала святому. Сначала блаженный не хотел принимать из ее рук приносимой пищи, так как не знал, благочестива ли она и поклоняется ли инокам, иконам, ибо он гнушался еретиков и ничего не желал брать из их рук. Но женщина-то в удостоверении своего благочестия принесла ему тайно хранимые у нее иконы Пречистой Богородицы и святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Поклонившись пред лицом преподобного сим святым иконам, она облобызала их, а потом отдала ему, чтобы блаженный Стефан, храня у себя те честные иконы, поминал ее в святых молитвах своих. Олимпиада, память, 25 июля. Выходя в последний раз из церкви, Иоанн Златоуст вошел в крестильню, позвал блаженную Олимпиаду с диаконисами Пентадией, Проклиею и Сальвиною, добродетельную вдовою, и сказал им: «Пойдите сюда, дети мои, и послушайте меня. Что против меня ведется, вижу я, подходит к концу. Я свое дело сделал и думаю, едва ли вы еще увидите меня. Поэтому прошу вас, не оставляйте церкви из-за епископа, которого поставят на мое место, по принуждению ли или общим советом, но повинуйтесь ему, как повиновались Иоанну. Церковь не может быть без епископа. Итак, да будет с вами милость Божия, поминайте меня в своих святых молитвах». Они же, обливаясь слезами, упали ниц перед ним, и отправился святой в путь к месту своего заточения.